Умничка. Молодец, Рома. Супер, так все смотрел. Секунду, когда надо. Ну вот понимаешь, Игорь прям как чувствовал, говорит, сильно пришило, да? Нет. Не, ну в принципе не, это не было грязи. Да, под концерт расстегнул. Молодец. Умничка. Очень здорово. Все прочиталось, главное актерское сделали. Ну просто молодец, молодец. Не, ну, вроде попались, номер. Алена Бабенко, Роман Костомаров. Из полей доносится 6-0. Оценки за технику 6-0. Средний балл 6 баллов ровно. Оценки за артистизм 6-0. 5-9. 6-0. 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,98 балла. Ну что ж, друзья, я скажу, наверное, это был самый откровенный танец за всю историю нашего проекта. Миша, а ты как считаешь? Я, во-первых, мне очень понравилась программа, которую показали. Во-вторых, ну, действительно, в Советском Союзе так было, дети были, а секса не было, типа, да? Я так понял. Секаса очень не хватает, да? Да, ну, очень хорошие элементы были показаны, вообще красиво. Все, что делает Роман, вообще радует глаз всегда. Алена, вам очень повезло, но и тебе, Роман, повезло тоже. Я поздравляю вас, замечательные оценки, замечательная программа, замечательная песня. Молодцы. Спасибо, Миша. Арина. В общем-то, мы видели типичную ситуацию советской семьи. Уложили ребенка и давай танцевать под Лещенко. Я так понимаю, глядя на тебя, Марат, ты надеешься на то, что тебя усыновят, а слушая Галустяна, я подумала, что секса-то на льду действительно не было, господа. Собственно, как и в Советском Союзе, его тоже не было. Это исключительно намеки. И очаровательные розовые панталончики Алены Бабенко дали лишь, знаете, такую слабую надежду нашим зрительницам на разнообразие супружеских отношений. Вы знаете, этот танец заставляет просто психологически осмысливать наше бытие. То есть 6-0 за все. Спасибо, друзья, здорово. Татьяна Анатольевна, мне показалось, что ваши оценки не... Мне очень понравилось. Мне технически все понравилось. Музыкально. Это любимая песня. И сразу из выразительный ряд, сразу Лёва Лещенко. И как они здесь шли, да? Как они здесь шли двойным шагом шоссе. И точно, Ромка, он такой-то, он точно шел, как Лещенко. Я прям сразу стала смеяться, потому что манера точно была подхвачена абсолютно. Спасибо. Единственное, за что поставила, честно говорю, 5-9, это за самый последний финал. Мне казалось бы, это относится больше к Саше Жулину, что... Так было здорово, когда он стал раздеваться. Но ее бы я не раздевала. Мне кажется, в этом была бы больше прелесть. Понимаете, в женщине всегда есть какая-то загадка. Мы и так не дураки, поняли. Спасибо. Поздравляю вас, ребята, с восхищением, собственно, я и все наши зрители. Я думаю, что члены нашего жюри смотрели, как вы с огоньком, с таким задором боролись с демографическим кризисом. У вас это здорово получается, как видите. И техника у вас была восхитительная, все 6-0. И с артистизмом тоже было все в порядке. В общем, молодцы так держать. Ром, ты чемпион прошлого проекта. Скажи, пожалуйста, какие планы у вашей пары на этом шоу? Да особых таких планов нет, просто учимся кататься, доставлять удовольствие себе, зрителям, судьям. Каких-то таких целей прямо перед собой не ставим, во всяком случае, дай бог, чтобы все продвигалось в гору и
прогрессировать с каждой программой. Вот и все. А, ребята, спасибо вам большое. Отличный танец, посвященный году семьи, насколько я поняла. Большое спасибо зрителям, большое спасибо жюри, большое спасибо Александру Жулину и Игорю Аршулику, потому что на самом деле я очень... Так, с сомнением относилась к идее этого номера, потому что думала там, что ну как-то дети плачут, ну как же вот я могу, потому что я сама мать. А я тем более. Да, да. А в результате я абсолютно вот полностью отдалась в руки этих замечательных режиссеров, и вот в результате у нас получилось вот такое действие. У вас действительно получилось. Удачи вам!